Мне назначили врача лечащего, который сделал очень хорошую операцию. Виталий Евграфов еле сдерживает эмоции. Это все слезы благодарности за возможность вновь нормально ходить. Раньше движения мужчине давались с трудом. 20 метров, ну 25, мог пройти, все, мне нужно было где-то посидеть. Вот многие отказывали, и все. В ноябрьскую больницу Виталия Евграфова направили из Муравленко. Диагноз ишемии нижних конечностей требовал незамедлительного хирургического вмешательства. Из-за закупорки сосудов, воздушной артерии и брюшной аорты существовал реальный риск ампутации обеих ног. Хирург Николай Крючев провел сложнейшую операцию. Она длилась больше 3 часов. Уникальность была в том, что у данного пациента нужно было убрать и тромбы, и ранее установленные стенты, что и было сделано. И также ему был имплантирован протез российского производства, который также не уступает иностранным аналогам. Протез установили в обход забитого участка. Такая операция называется аортобедренное шунтирование. Николай Крючев – единственный, кто на Ямале проводит подобные хирургические вмешательства. К нему направляют пациентов со всего округа, а ранее жителям с аналогичными показаниями приходилось ездить в другие регионы. Только в прошлом году ноябрьский хирург выполнил около 10 аортобедренных протезирований. Эксцессов, пациент восстановился у нас нормально, все, сейчас будет ходить, принимать препараты и продолжать жить дальше. Виталий Евграфов быстро пошел на поправку. На 5-й день смог самостоятельно ходить, на 12-й его уже выписывают домой. Мужчина возвращается в Муравленко к родным и близким и к жизни без боли и физических ограничений. Юлия Морева, Роман Лузанов, Ноябрьск.